как оттуда летел? Ехал человек туда, оттуда ехал еще молодой человек и не справился с управлением. Занесло его, и занесло его, и стукнуло. Mm. За стол он летел. Его куда унесло? Вон он лежит там, видишь? Ага. То есть вот эта машина... Вот эта машина шла по направлению туда. Кошкина. А, да, с Кошкина. Ага. С Кошкина ехала машина в Кингисепп, и не справилась с управлением, и случилось ДТП. Мы ехали совершенно спокойно, километров 60. Вы, он несся больше 100, километров 130-140. Угу. И вот занесло, с моста вылетело на туда. Так он полоса-то видно, вон она. Угу. Так вот то он, есть... вот он уходил прямо. Его занесло, и он просто ударил вас, получается. Его занесло, и он так вот перекрутился. И он задом ударил. Уже у вас. Не работает, потому что задние колеса, чтобы туда улетели. Вон он там. Спасли подушки, да, получается? Да. Ну, может быть, спасли то, что мы на маленькой скорости ехали. И как бы я увидел, что он уже наносит его, притормозил, ушел вправо немножко. Поэтому удар пришелся там, практически по касательной. Еще бы чуть-чуть бы, если бы не было обочины, можно было бы уйти. А вот вы были за рулем этой машины. А что вообще произошло? Я превысил на повороте. И занесло, что ли. Я даже сам не понял. Ну, вынесла заднюю сторону машины, руля вообще не слушалась. Угу. И потом удар, все, оно как крутить начало. Но вы, то есть, ну, превысили, а намного, не намного? 100 точно шел. 100 точно, да? Да. Ну и не справились здесь с управлением. А с вами сколько пассажиров было? Двое. Двое. Ну а сильно пострадали? Нет, сын так немножко. Угу. Там ободрано, без перелома, здесь что, жена хорошо так. Угу. Нормально все. Понятно. Сюда. Скажите, пожалуйста, вот как вообще произошла, по вашим данным, вот на данный момент авария? Ну, водитель Ситроена не справился с управлением, совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan. Угу. В машине Ситроен есть пострадавшие. А сильно нет? До скорой молодой человек доставлен в СМСЧ города Кингисепп. Угу. Больше информации не располагаем. Понятно, спасибо.